Я календа... Нет, не так, не так, не так. Я календарь переверну. Нет, не получается. Сейчас еще раз. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. Так, так, хорошо пошло, давай. На фото я твое взгляну. И снова 3 сентября. Нормально. Но почему? Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Хорошо? Соединить туда и, в принципе, ай, тогда я получится. Календарь переверну. Я пошел делать, давай. Ага, и снова 3 сентября. А если его в лодку засунуть, притащить сюда, поставить, тогда он ударит, и тогда эффект наложится. В принципе, так можно, так получается. 30 штук надо одновременно. Это почти невозможно. Как это сделать-то? Ты морковный сок будешь, а? На тебя морковку собирать? Ага, собираю. А, да, кстати, из морковки же можно приготовить вот это тогда. Тогда еще плюс один получится. Но тогда это не так невозможно, как это кажется. Тогда это возможно сделать, слушай. Пирог морковный будешь? Ага. А вот там в башне заточен вот этот страж, страж еще один эффект нам наложит, и тогда у нас есть все шансы, Кать, все шансы есть. Все шансы, ты что там это, ворчишь, морковку сажай давай обратно. Ага, да, в принципе, вот, у нас все получится, так, я пошел подготавливаться. Обед, мой будущий обед, давайте побежали, сейчас мы на зиму приготовим курочку-то, заморозим ее, не зря же мы вас выращиваем, таких хорошеньких. Да, давайте побежали. Ну? Слушай, ну там всего лишь 30. 30 это же не так невозможно, как кажется. Это может получиться, если постараться. Ты там ворчишь, вообще не могу понять. Ты кури мне помоги это самое зарубить на зиму-то, заготовочки сделать. Да, ну. давай, руби. Ну тогда я пойду за морским вот этим фонарем. Это еще плюс один эффект. И надо Ярика притащить, это эффект грации. Это еще плюс 2 эффекта. Так все возможно! А че подписчики говорят, что это невозможно? Ты мне, может, объяснишь уже, что происходит? Что возможно, что невозможно? Вообще не помогаешь мне по хозяйству, ну? Я тебе могу сказать только то, что невозможное возможно, Кать, все же! Ты совсем кукухой тронулся, да? Признайся честно. Мы же в предыдущей серии с тобой выполняли вот эту вот ачивку, когда мы все зелья на себя набрасывали и нам дали вот эту ачивку энергетический коктейль, помнишь? Ну, конечно, помню, такое трудно забыть. Да, в Майнкрафте есть одна секретная, спрятанная ачивка, о которой нигде не говорится. Это означает то, что если... Я тебе говорил в предыдущей серии, если мы на себе испытаем все существующие эффекты Майнкрафта в 1 секунду, нам дадут секретную ачивку «Невозможное возможно», она так и называется. Я что-то вот в этой вот книжечке с ачивками не видела такой ачивки. Ты врешь мне все, ни такой не существует. Ну да потому что ее здесь нет. Это секретная ачивка, ее вообще нет в этой всей книжечке. Это секрет, который разработчики Майнкрафта добавили в игру. Если бы разработчики Майнкрафта это добавили в игру, оно бы было. Так что не мудри, давай пойдем делами заниматься. А ты знаешь, что подписчики про тебя писали в комментариях? Что они писали? Они говорили то, что Катя, наверное, не согласится с тобой выполнять эту ачивку, потому что, ну, Катя еще, наверное, боится. Катя не такой еще, наверное, профессионал, как она думает, поэтому она эту ачивку, ну, она, наверное, ее не захочет выполнять, поэтому, как я вижу, ты действительно боишься, да? Ну, басися. Я боюсь! Это я боюсь, я ничего не боюсь! Пойдем выполнять твою ачивку. Где она? Показывай мне ее, мы сейчас выполним. Где она? А, да, и сразу так, не, просто скажи то, что ты боишься таких сложных ачивок, которые не существуют, но невозможно. А, ладно, тогда я отказываюсь от этой затеи и пойдем чем-то другим заниматься. Так, тихо. Хорошо, я, допустим, существует секретная ачивка. Что нам нужно сделать? Пойдем делать, пожалуйста, хоть сейчас прям вообще, пойдем. 30 эффектов одновременно наложить на себя. Все существующие эффекты в Майнкрафте за 1 секунду надо на себя наложить, и тогда можно сказать, чтобы полностью прошли Майнкрафт. Да ты долбанулся, это невозможно. Да не долбанулся я, но если эта ачивка существует, значит возможно. А как она называется-то? Невозможно и возможно, господи, я тебе 4-й раз говорю. Так это же невозможно. Ну возможно же.
Ну тогда давай пробовать! Ну тогда давай пробовать! Иди притаскивай Ярика, Шалкера, Визера из ада, притаскивай Иссушителя Скелета, притаскивай вот это Эндер Древнего Стража, а я пойду за всем остальным. Справишься? Нет, ты точно долбанулся. А ты уверен, что я не разобьюсь и все нормально будет? Да все нормально, просто садись с лодки и спрыгивай. Так лодка же не разбивается, когда ты с высоты прыгаешь. Давай! А ты меня словишь? Нет! Ну, зачем? Ну нам этот Шалкер нужен, просто спусти его сюда, ради всего святого, пожалуйста! Так, ладно, все, я тогда сажусь в лодку, это давай, лови только меня, главное, так, раз. Давай, два, давай, ага. Три, ой-ой-ой, поехали! Ой, все нормально, я жива? Пока жива, здорова. Еще раз прыгай вот сюда на меня, давай. Ага. У, стресс какой. Ой-ой-ой. Молодец. Ты свинюху убила, когда на нее упала с лодкой. Да, мне тут седло выпало. Заберите вот это, не мое. Так, ну подожди, ну ты дальше в лодку-то садись, надо притащить обратно ее. Полетели, снега метели, пока. Ладно, ты меня тогда догоняй, я сам его туда потащу. Встречаемся возле башни Рапунцель, потому что именно там мы будем выполнять вот эту ачивку. Потому что, Катя, нам с тобой нужен будет вот этот древний страж, который на нас тоже проклятие накладывает. Слушай, а мы точно не кокнемся с тобой, а пока это сделаем? Не, на самом деле, может, мы и кокнемся раз 10, но это как бы не проблема. Ну, воскреснем заново, попробуем это все сделать, не? Хе-хе, да фигня, подумаешь, раз 40 такое можем сделать, да? Ну вот смотри, как только мы сюда подъезжаем, вот этот древний страж, ты, кстати, его помнишь, он тебя один раз затроллил в этой башне. Я все помню, это не он затроллил, а ты. Ну, он затроллил. Так, вот этот Шалкер нам дает эффект левитации, а древний страж нам дает эффект утомления. Это уже два эффекта. Осталось еще всего лишь 28. Да мы сразу же только от Шалкера с этим вместе кокнемся. О чем ты говоришь? Так, идем за кадавром. Нам нужен кадавр. Давай, за мной. Какой еще кадавр? Кадавр! Игорюнчик, кадавр! Песчаный кадавр, Игорь! Кошмар какой. Ой! Погоди. Это вот это вот кадавр называется. Вот это чепушило, это и есть кадавр. Это ты чепушило? Ты что, не знала то, что песчаных зомби вот эти кадаврами зовут? Тащи их за нами, тащи давай. Так. А если сказать им Авада Кедавра, что-нибудь произойдет? Какая Авада Кедавра? Ну, они же кадавры. Что за дичь? Подожди! А ты лучше бы спросила, а зачем они нам нужны? Зачем нам вот эти кадавры? Что нам от них нужно? Вот, уже словили двоих! А зачем они нам нужны-то, действительно? Ну, кадавры нужны, когда они тебя бьют, они тебе накладывают эффект вот этого голода. А голод это тоже один из 30 эффектов, который нам нужен, чтобы выполнить эту ачивку, поняла? Все, я вижу, на меня уже этот голод наложились собаки. Ага. Все, только проблема в том, что этих кадавров нам сейчас домой нужно туда дотащить. И это будет, ну, немного сложновато. Я немного не продумал, Кать, когда вот эту лодку тут ставил. Прокопай мне дыру. Дыру? Прям дыру сквозную? Ну, в смысле дамбу разрушь, чтобы я туда проехать мог с этим кадавром. Давай, быстро. Ой-ой-ой-ой, я тебе что, землекоп, что ли? Ну, лопату в руку возьми! Иди отсюда, блин, чепушила. Давай, дамба строится, я тебе помогу, я тебе только меня сейчас кохнут, как давай. А, чуть-чуть осталось, у меня половина жизни. Я быстрее, все почти прорвало. Все, вот сейчас точно прорвало, все, как догоняй меня, давай. Ну все, надеюсь, нам больше никого притаскивать-то не надо, это последний был, да? Ну, вроде, да стой. Ядрить, ты жив там, Игорючик песчаный, жив? Так, дай, вот это вытаскивай саркостанцию. Подожди, он же не сгорит. А, да, песчаные зомби не горят, если ты вдруг не знала. У них же вот эта кепочка на башке. Какой ты модный. А на меня опять наложили утомление, ёпрысоте. Так, эффект голода есть, эффект левитации есть, эффект утомления есть, осталось. Слушай, мы с тобой иглобрюха жрать будем. Иглобрюх накладывает эффект вот этой тошноты. Это уже четвертый эффект. Да что ж это такое-то? За что нам это все? А сейчас нужно пойти нафиг разнести твой вот этот золотой сральник. Ты будь здесь, я скоро вернусь, ага? Я не поняла, в смысле разнести золотой сральник? Алло! Нам с тобой нужно активировать маяк на полностью. Кстати, у нас даже ачивки это нет. Мы с тобой ни разу маяк полностью не активировали. Потому что нам нужно с тобой эффект вот этого поглощения какой-то там. Эффект скорости, эффект регенерации вот этой всей маминой мамы. Поэтому нужно построить маяк. Ой, да мы точно кокнемся,
я тебе отвечаю, вот помяни мое слово. Ты вот стой тут и смотри. Так, берем вот так вот один, берем вот так вот два. Смотри, на стак тебе блоков золотых. Второй стак золотых блоков. Зачем тебе мой сральник разрушать, а? Ну а ты что думаешь, что два стака золота нам хватит? Да по-любому хватит. Ну, может быть, ладно. Пойдем тогда проэкспериментируем. Тогда, ну давай тогда берем вот эти вот маяки, отсюда мы их забираем и уносим вот туда. Они нам здесь больше не нужны. Ты решил весь город, что ли, покалечить наша? Кать, ачивку пройдем, я все верну на место, я тебе отвечаю. А вот это ты что не будешь забирать, что ли? Нам только два нужно, иди давай сюда. Все, бегу. Нормальные люди в Майнкрафте свиней разводят. В лес ходят, по грибочке цветы собирают, в шахте алмазы добывают. А мы с тобой какой-то фигней маемся, которая даже у нас вообще не получится, потому что это невозможно. Да все возможно, Катя. Главное сейчас построить огроменный маяк, и все у нас получится. Ты что, не веришь в наши силы? Кать, мы с тобой экспериментаторы. Ты, кстати, где? Бегу. Ну нифига себе, ты только посмотри на меня. Я как будто это, принцесса Нефертити, вот это вот из Египетской республики. Смотри, какая пирамида золотая. Он даже лучше, чем сральник наш, а? Лучше, чем сральник, ничего в этой жизни не может быть. Поставь вот это, поставь маяк на центр, который я тебе дал. Так, вот сюда? Да, давай, да. Ну на центр, господи, где центр пирамиды? Посередине. Ну, тогда в середину и ставь. Оба, все. И сейчас Маяковский, Катя, сразу две ачивки только что с тобой заработали. Маяковский это такой писатель вообще-то был. А в Майнкрафте это маяк активированный. Ну все, мы все сделали, все. Так ты подожди, этот маяк надо активировать на кое-что другое. Сейчас я возьму золото и активируем давай на сопротивление. Все, вот так берем и вот так активируем. Все, сейчас мы, Катя, с тобой меньше урона получаем, когда мы друг друга бьем. Так, 5 эффектов есть. Осталось 25. Че фигня вообще, как нефиг делать, пойдем. Видишь, вот там. Не. Вот там, вот водоросли, вот возле вот этого, возле кальмара вот этого плавает, вот там. Видишь? Это Сквидвард. Ну не Сквидвард, а Ярик, но он где-то только что здесь был, я его видел. Сейчас он уже куда-то пропал. Сейчас словим, не беспокойся, ждем. На кой черт нам вообще Ярик сухопутка-то сдался, а? Потому что Ярик как бы тоже эффект накладывает. Ты не помнишь, вот этот Грация Дельфина, это 6-й эффект, который нам нужен. Ну давай прыгай сюда, нам надо Ярика вот это притащить куда-то и присобачить его. Я вообще не знала, что Ярики какие-то эффекты дают, а? Почему? А это что за лиса в лодке тусуется? Виктория, она у нас на ферме работала. А, на ферме ягод она работала. Да, все, давай, лови Ярика! Так, Ярик, ты не волнуйся, по грибы, по ягоды ты еще успеешь. Вижу! Ходить. Вижу, ловлю! Вот это! Все, словил, Кать! Словил! О! Все, молодец! А ты что, не знала то, что Ярики эффекты накладывают? Этот Грация Дельфина, с помощью дельфина ты же вот это быстрее плаваешь! Я вообще первый раз об этом слышу. Все, иди сюда, Ярик. Так, Кать, мне это, забор нужен. Присобачь забор сюда, побыстрее Ярику. Я так понимаю, Ярик сухопутка опять за свое, да? Да, он опять только что на суше тусовался. Все, давай, иди сюда, ближе чуть сюда подойди, и вот здесь ставь вот этот забор. Так, вот, на, держи тебе палочку забора, ставь уже этого Ярика ненасытного. Так, Ярик, ну ты же здесь кокнешься, ну ты в воду хотя бы вот сюда вернись, вот там плавай, я тебя сюда присобачу, все. Дальше продолжается морская тематика. Нам надо пойти и скрафтить вот это, как оно там называется, вот эта вот фигня, которая у нас возле корабля нашего находится под водой. Сердце моря, ну. Да, именно сердце. А из сердца моря чё крафтится? Что? Что? Вот ты мне скажи, что крафтится? Ну, профессионал тут. Морской проводник крафтится. С помощью морского проводника под водой дышать можно. Ты вообще нифига не помнишь. Молодец, помнишь, молодец. Это 5 плюсом тебе ставлю по Майнкрафту. Я тогда иду крафтить морской проводник, а ты идешь за призмарином. Ага. Так, хорошо, ты идешь за призмарином, крафтит этот проводник. Я тебя тут подожду, договорились. Ага, хорошо. Сердце моря забираем, 9 ракушек тоже забираем. Не 9, 8. Математик с меня фиговый. По центру обводим и морской источник, а не проводник, Катя, какой проводник?
Так, ну давай вот здесь, с левой стороны мы его посмотрим. Давай, иди строй. Давай, на тебе вот это, иди строй, давай. Это надо там колечко, вокруг колечко, внутри колечко, да? Да, примерно вот так. И внутри колечко, 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 надо вот этот источник поставить. Так, и смотри, я сейчас тебе просто покажу чертежи, да? Это мне надо вот так построить, потом вот тут вот так построить колечко, ну да, вот это да, здесь ты, получается. Ты все прекрасно понимаешь, ну сейчас вот здесь это убери, иди в воде строй. Ладно, а сколько там блоков на... Ой, у меня утомление включилось, я даже ничего разбить не могу. Вот так незадача. Ладно, выкинь сюда обратно, сам пойду построю. Держи. Ты что-то последнее время какая-то жопа ленивая, тебе это не кажется? У меня это утомление на 2.5 минуты, ты ну, что такое вот, говоришь? Вот я и говорю, ленивая утомленная жопа. Ага. И по центру давай ставь быстренько, Катя! Так, сейчас, я ничего не вижу из-за водорослей, как, куда вставить? Сюда центр, поставила! Да куда ты поставил? Да разве это центр? Ну ты знаешь, где центр? Так, да я ни черта не вижу! Ну ты ни черта не умеешь в Майнкрафт играть, сейчас его переставлю, господи, спаси! Ну если он, Кать, сейчас не сломается, ты пойдешь новые крафтить и заново все эти ракушки добывать, я тебе говорю. Да я тебе тоже говорю, это центр, расчеты верны, это ровно середина, это ты что-то неправильно поставил. Так, все, выпало, ставим вот прям по центру, центр это вот здесь, поставили, это ломаем, главное не кокнуться, и активация прошла успешно. Фу, все, теперь можно не тонуть здесь и спокойно плавать. Сейчас я прибегу, сейчас мы тебе этот подарочек небольшой сделаем, вот эту ямку прокопаем, вот так вот, опа, игла брюха тебе притащила. Вот, можешь это покушать. А зачем ты мне его в ведре притащила? Его же сожрать потом надо будет, а не в яму его поставить, Кать! Так, ну так ешь? Да тебя вообще не понять, что нам еще осталось-то? Я не знаю, сколько нам эффектов? Я думал, это последний. Не-не-не, это точно не последний, там еще дофига осталось. Сейчас я вспомню. Ага, какие... скажи еще, что нам надо в Эндермир поехать, да, на автобусе, чтобы на нас этот дракон пукнул, чтобы мы вонючками стали, какой-нибудь еще эффект наложится, фиолетовое облачко, да? Да? Не-не-не-не-не-не-никакие драконы на нас пукать не будут. Ну, хотя... Ну, вот подойди вот сюда, возле Ярика, подойди вот сюда, вот сюда. Ну... Встань на вот эту розу, встань на розу! Ёпрысоте, что это такое? Иссушение! Ну, еще один эффект иссушения! И глобрюх еще нам 2 эффекта потом даст! И еще надо дофига зелий, но зелье это уже по твоей части, ты пойдешь сейчас крафтишь. Но, Кать, самое главное, что нам еще с тобой надо подготовить. Нам сейчас нужно пойти в башню разбойников, убить вот этого разбойника с флагом, потом пойти освободить деревню, после этого пойти еще раз убить разбойника с флагом, это у нас будут 2 эффекта герой деревни и плохое вот это знамение какое-то. Ты точно сегодня с утра скушал что-то плохое, потому что тебя вообще крыша едет, ты в своем уме! Это ж столько разбойников убить надо, да мы с тобой не выживем, мы там будем кокаться и кокаться, кокаться и кокаться, кокаться. Слушай, я не пойду, все, из меня хватит, я и так уже устала, делаем фигню какую-то. Походу кто-то струсил, да? Или... Я не струсила, просто это невозможно, я не верю, что у нас это получится. Походу, кто-то с икухой не хочет пройти самое сложное испытание в Майнкрафте, да? Это, ты вот ты меня на слабо-то не бери, это не надо вот этого делать. Не, ну вы посмотрите только, смотрите, как он меня манипулирует, это заставляет вот это вот делать все, да? Ну, я пойду в бассейн. Струсила, так и скажи, ну тогда все, я пойду сам полностью все подготовлю, и у меня будет самое редкое вот это испытание в Майнкрафте, а ты иди вот это, иди... Жопу чеши, я не знаю. Ну и пойду, ну и пожалуйста, все, пока. Я, конечно, зелья не умею так крафтить, как и вот эта Екатерина Нубасосана, но придется, походу, научиться. Ну и все, сам тогда выполню эту ачивку и сам тогда стану профессионалом в этом выживании. А Катя, ну, как была Нуба Сисюндрей, так ею и осталась. А за Нуба Сисюндру я тебе сейчас нос откушу, понял? Иди сюда.